Всем здорово, народ, с вами Варчик. В этом видео хочу с вами поговорить на такую тему, как битва блогеров. Это будет совсем скоро, 28 числа уже выйдет патч, и в этом патче вместе с ним стартует битва блогеров. Это такое вот игровое событие, в котором будут 4 команды. В каждую из них вы можете вступить, какая вам нравится, абсолютно любой человек может вступить и находиться в этой команде. Нужно будет выполнять ЛБЗ из компании Второй фронт на танк на первый, на Excalibur. В целом там задачи какие? На количество накатывания боев. Нужно за бесконечное количество боев настрелять сколько-то урона, или натанковать, или что-то там еще сделать. И в целом там будет решать количество боев. Да, скилловый игрок выполнит это быстрее, но количество будет все-таки решать больше, чем качество. Да и в целом у Картофана все задания в основном не про качество, а про количество. Таким образом, мы получаем 4 команды. Команда Левши, Амвея, Юши и Джова. Все. Самая большая аудитория у Джова. И вероятнее всего, наверное, он и победит. Все условия еще не раскрыты этого события, поэтому непонятно. Приходится выбирать наобум. Я, в принципе, вступил в команду к Джову. И, в принципе, мне, по сути, все равно, выиграет он или нет. И смотреть я все это не особо желаю. Оно там пусть само по себе проходит. Мне, в принципе, оно не сильно интересно. Я что, буду их смотреть, что не буду их смотреть. Я все равно получу что-то. Поскольку получат призы все. Все, кто куда-то вступили. Неважно, выигравшую команду, не выигравшую. Написано, все получат какие-то уникальные призы. Ну, в принципе, и все. Казалось бы. Но, давайте порассуждаем. А зачем все это было сделано? И что это вообще, для чего? Все очень просто. Даже на моем канале есть очень много людей, которые смотрят стримчики по танчикам и видосики, но не играют в игру. Точно так же и на больших каналах есть много людей, которые не играют в игру, но, возможно, захотят поддержать какого-то своего там топового стримера, вместе с ними повыполнять эти ЛБЗ, зайти в игру, поиграть, тем самым еще получить какие-то призы и, возможно, если понравится, продолжу дальше играть. Но сейчас игра в таком веселом состоянии находится, что я чувствую, как они останутся надолго. Это должно поднять онлайн в игре, тем более осень, он и так начнет подниматься онлайн, поскольку после лета все начнут больше сидеть за компьютерами дома, особенно в новогодние каникулы. Ну вот такая вот незатейливая штука, направлена на то, чтобы зрители, которые не играют, они зашли и поиграли. Вот, в принципе, все очень просто. И плюс еще этим каналам четверым будет такая вот, мне кажется, неплохая реклама. Как у них там все это, на каких условиях завязано, неизвестно, конечно. Но я думаю, реклама будет им неплохая. Ну и игрокам тоже от этого плохого ничего нет. Они получат повышение онлайна. Они получат какие-то там плюшки, ну и в принципе пусть будет. Может, кому-то будет интересно это смотреть и получится какое-то шоу. Ничего в целом и в этом плохого я не вижу, но и лично меня это не сильно как-то интересует. Просто есть и есть. Но на мой взгляд, лучше бы они доработали некоторые вещи в самой игре, а потом уже делали какие-то там битвы блогеров. Поскольку люди вернутся и посмотрят, что игра та же самая. Хоть битвы блогеров, хоть не битвы блогеров. Игру-то развивать надо, а не только медийку и рекламу. С вами был Варчик, играть красиво. Пока. Неплохо я в этом бою с Вертуханова пострелял. Прям видно, игра для скилловиков.